как будто ток, короче, по телу пробегает от пяток прям в голову почему-то, то есть по всему телу, и потом вот так взрывается, вот так по всему телу. По последней своей девушке я понимала это потому, как она кричит. То есть, когда там уже она кончает, там прям вообще, там, я не знаю, соседи, наверное, всех этажей слышат это. Вот. Что я при этом испытываю. Я думаю, господи... Ну, иногда я думаю, господи, наконец-то, потому что она любила по 5 раз. Вот. А так, ну, типа, круто. Я люблю, когда кончаю вдвоем. Это вообще классно. Это прям не описать. Да, конечно, я вообще, в принципе, не могу заниматься сексом, если... не трогаю девушку, и она там не кричит. То есть меня возбуждает то, что она там кричит, то, что я ее трогаю. Если я буду вот так лежать, и она мне что-то будет делать, а я при этом ее не буду трогать, то мне, в принципе, вообще это не вкатывает. Едешь в каком-нибудь автобусе, и там еще, знаешь, какая-то вибрация вот эта, вот тогда вообще очень сильно хочется. Или когда там что-то читаешь, там видишь кого-то красивого, то прям, да, конечно, мысли такие бывают. Но прям, чтобы вот так сидеть, хочу секса, у меня такого нет. А я в Питере сейчас недавно была, и, короче, ехала, там был какой-то старый вообще древний троллейбус, вот, и он прям так такие звуки издавал, и там я вот прям села, видимо, под колесо, ой, над колесом, вот, и там такая жесткая вибрация была, и вот мне тогда захотелось, то есть я сижу и прям чувствую, вот, я сразу же вышла, выбежала, там еще рядом со мной бабуля сидела, она такая, типа, чё, видимо, ей тоже это, она хотела спросить, наверное, как тебе. Ребята, теперь самое время поставить лайк этому видео и написать, на сколько лет я выгляжу и гожусь ли я в жены. Да, очень часто, потому что у меня там не первый размер, не второй, и как бы грудь, особенно летом, там потеет и так далее. Но без лифчика тоже неудобно ходить, потому что там трясутся. Вот. Но я предпочитаю больше не лифчики, которые такие тканевые, кружевные. Прям так сильно нет, потому что я сразу же посмотрю, и они, ну, то есть, взглядом, и они сразу убегают, поэтому нет. Но, в принципе, да, постоянно до меня кто-то докапывается. Недавно была неделя моды, как недавно, месяц назад. Вот, и мы сидели у этого, как называется, не гостиный двор. Ну, в общем, сидели у здания, ждали показы, и подошел мужик, вот, и просто сел на меня. То есть было уже холодно, он был в шлепанцах, в шортах, в майке, подошел, стал спрашивать какую-то дичь, потом сел на меня и стал бить мою подругу по лицу. Вот только какая-то такая агрессия постоянно. То есть просто так вообще левый какой-то мужик, я не знаю, под чем-то, видимо, был. Меня вы найдете в Инстаграме, ссылка на Инстаграм в описании, я буду в белой майке, отмечена на фото. Газонокосилкой. Да нет, просто бритвы обычные. Ну, такой, не которые одноразовые, а мужские. И пена для бритья. Нормально, никакого такого там, не знаю, как у всех раздражения или что-то такое, нет. А на вот эти эпиляции я бы сходила. Ну, мне интересно. Ну, мне стрёмно то, что ты приходишь, что нужно прийти с волосатой пиздой, как бы это будет видеть. Я, в принципе, даже к гинекологу боюсь ходить, потому что я падаю в обморок каждый раз. Мы лежим, что-то делаем. Начинается прелюдия, там целуемся, потом моя девушка мне там засовывает, вот, если мы сходим до этого в душ, то, конечно же, будет куни, типа я ей, она мне, вот, и потом пальцами, сначала она мне, потом я ей, потом второй заход, и потом все, и потом мы идем вместе дружно мыть руки. Мне нравятся девушки среднего роста, темноволосые, с таким носом, с горбинкой, как у нерусских. Потом с большой грудью, конечно. Ну, не худые, не толстые, то есть что-то между. Кстати, последняя девушка у меня была чистая блондинка, то есть от рождения, вот. Чуть выше меня, ну, как бы вообще не подходит под мой идеал, то есть совершенно другое. Я не знаю почему. А до этого девушка была как раз таки именно такая, какая мне нравится. То есть мой идеал, вот, ну, внешне.
как бы либо я плачу, там, допустим, в магазин пошли, там, в этот раз она платит, в другой там раз я. То есть нет такого, то, что кто-то один платит. Это также то же самое, что и с друзьями. То есть я не даю в долг, и мне не дают в долг, а вот просто в один момент там я заплачу, в другой момент там моя подруга. Нормально. Ну, адекватно, то есть я там не хожу, не грифу натурал. Но вот когда именно ко мне начинают приставать жестко, хотя зная мою ориентацию, тогда я уже начинаю там шутить, могу обосрать там и так далее. Да, было у меня такое, была моя самая первая девушка, но она не прям плюнула, она ела шоколад и разжевала и выплюнула мне его в рот. Я, в принципе, ненавижу как бы сладкое, поэтому мне было не особо приятно. Вот. И кусала мне еще постоянно язык. Один раз укусила язык, и у меня кровь пошла. Я чуть не захлебнулась своей кровью. Нет, мне такого не было, потому что я бы подумала, типа, вдруг там она в туалет не ходила, у нее там какашка уже близится к выходу. Ну, ты прикинь, я засунула бы язык и там стукнулась бы. Я думала отстрапонить девушку, но моя девушка сказала, нет, я не хочу. Там не то чтобы стропон, там вот такая штучка розовая. То есть одна вставляется мне, вторая ей. Ну, то есть это одна штука. Один конец мне вставляется, другой ей. И оно выглядит даже не как стропон, а как какая-то хрень, короче, розовая. Вот. Но она сказала, пока мы молоды, мы должны, типа, обычным сексом заниматься. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать самые свежие выпуски. Не теряйте нас. Пока.